Мы пришли на площадочку, на нашу огромную, про то, что уже тут немножко решил пошугать. Мужчина с женщиной мимо проходили, припозднились, видать. Но мы пару раз на них рыкнули, чтобы они шли спать. Ну а так тут ничего не изменилось. Стройка приблизилась к площадке. Поговаривали, что из-за стройки площадку снесут. Считайте, самую новую, но вроде бы отстояли. Вот, та тоже идет обнюхивать. Тут столько, видать, обнюхивать, что на часок ему точно хватит. Ну а папа традиционно сел на лавочку и выжимает все, что с нее можно. В общем, отдыхает. Да, это тоже? Не знаю. Наверное, собачки все спят, кроме одной, вот этой большой. Фу, да тоже! Ну и папа тоже составляет ему компанию. Всем доброй ночи. Пока.